Тепличный комбинат «Солнышко» собрал свой первый урожай. Огурцы уже поступили на прилавки магазинов города. Наша съемочная группа побывала на одном из таких сборов. Подробнее расскажет Наталья Кислякова. В этой теплице посев семян начался еще в январе. Рассада выращивалась при дополнительном досвечивании и подогреве, как подземным, так и наземным. Работники тепличного комбината старались подвести сроки так, чтобы готовая рассада не нуждалась в дополнительном досвечивании. После посадки семян дается 2-3 дня на приживание, а затем идет уход. Растения по часовой стрелке подкручивают на шпагат, далее формируют его, удаляя все боковые побеги. Когда огурцы созрели, начинается сбор урожая. По правилам сбора сначала огурец выкручивается, а затем обрывается цветок. Как правило, урожай снимают в первой половине дня. В основном комбинат выращивает огурцы сортов Магора и Карминара. Наталья Сумарокова признается, работники теплицы стараются расширить ассортимент сортов огурца, исходя из спроса покупателей. У нас сегодня первый сбор огурца. Вот. Основной сорт – это сорт голландской селекции Магора среднеплодный. При наших небольших площадях мы ставку делаем именно на среднеплодный огурец, потому что по урожайности он будет выше, например, чем вот короткоплодный. Вот у нас на сорты испытания посажен коротенький огурец. Это корнишон, карминара. Но трудно что-то пока говорить по урожайности, потому что мы стараемся изучить спрос не только по внешнему виду, да, но и по вкусовым качествам. Хрустящие зеленые овощи по праву признаны одними из самых низкокалорийных, поэтому их активно включают в различные диеты и лечебное питание. На сегодняшний день урожай собран и поступает на продажу в магазины города. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».